Блин! Все. Всем привет, с вами мы, как обычно. Мы происходим на этой карте, поскольку вы просили нас взорвать ее. Ладно, шучу, вы не просили, мы сами захотели. И тем более мы не прошли ПВП со свиньями. Покажи. Вот как выглядят атрибуты, на которых мы будем ездить. Воу! 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 Полегче. Да, или как она у меня называется, прохождение карты ПВП. Мне нужна свинья. Я ловлю свиней. Да, надо оседлать сначала свинью. Оседлать свинью! Она действует, они едут на нее. Конечно, блин, свалила, я еще и засу. Куда дальше-то бежать? Тут лес какой-то голымышный. Финиш? Что? Почему здесь финиш? А, я поехал обратно. Ло-ло-ло-ло. Чтобы тебя выиграть. Я выиграл, и чё, я могу... А я могу вернуться, так что я победил. Вот, зацените, как я катаюсь быстро на свинье, я офигеваю просто. И я вернулся обратно, и я слезаю со свиньи, потому что это не весело. Это весело. Так, теперь... Мы если немного считерим. Да нет, нет, не в этом смысле. Я время включу дневное. Вот. Просто вы понимаете, да, то, что в темноте вам плохо видно, а так нормально. И... Да, это не очень классно. Вы просили нас взорвать, так что нам придется еще на 5 секунд включить гейм-мод, чтобы хотя бы динамить себе. Нет там больше ничего, я ходил. Если что, у меня... Оно здание, это может, оно везде такое. Не, я просто бегу. Если что, у меня динамит есть, так что я думаю... Да какая разница вообще? Нам просто надо понять вообще, как эту карту показать людям, которые играть будут. Так, стоп. Что за синее здание? О чем ты говоришь? А, вот это что ли? Нет, это просто... Да, это старт. Тут даже открыть можно свиней, чтобы оседлать ее и... А сундук туда ходишь. Подожди, свинья, дай я закрою дверь. Свинья, сука. Пока, Польшак, я поехал. Это моя свинья. Ага. А, свои типа эти? Ну, как обычно, наверное, как обратно бежать надо. Потому что там нет... Там, кстати, забор, он закрытый. Получается, туда свиней загоняю. А, я понял. Да, смотри. Стой. Стой, свинья, где жопа? Смотри, короче. Видишь, что у них цвета разные, у этих домов? Получается, и этот дом одной... Да, это чьи-то команды. Да, мы, в общем, не очень разобрали, потому что цвета на башне мы не смотрим, мы сразу веселимся. Вот, поэтому мы сейчас, я сейчас поеду, посмотрю. На свинье попробую подняться из воды. Итак, я вот еду обратно к тому синему зданию, чтобы посмотреть, где там сундук. Ударился.
Стой, а где здесь сундук тогда, если уж на то дело пошло? Да, сейчас не в этом дело. Ну давай уже взорвем, ну уже весело должно быть. Короче, зрители, говорю, собственно, от себя. Смотрите, если вы не умеете кататься на свине, делайте просто. Берите удочку в руки и нажимайте 1000 раз на любой блок, который видите. Это создает впечатление для свиньи, что вы кидаете ей удочку в лицо, и она хочет эту морковку съесть. И поскольку вы очень умные люди и издеваетесь над свиньей, опа. Да, тут квадратные свиньи, что очень странно. Иди сюда! Окей, я еду. Оу! Оу, ноу! Оу, ноу! Я застрял, я застрял. Не обязаловкой. Твой меч кулаками драться будем. Ослик. Теперь свинка, ты ослик. А, нет, нужна удочка. А, надо встретиться на мосту и давать друг другу лица. Да, едешь, едешь до моста, вот помнишь, где мост? Вот там, короче, такой едешь, 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 едешь. Короче, берешь, спрыгиваешь со свиньи, я убью тебя, щенок, и дерешься на мосту. Такой ты. Да. Напишите в комментах, а то просто вы сами понимаете, что это не очень весело, когда играешь, не понимая во что. Да, свои видюхи, вы главное напишите нам. Может, ты хочешь травку? Чё, я уже на мосту, я тебя жду. Да ну. Молча сказал, погнали. ПВП или засал? Сделай сейчас. Много раз нажимаю, она не будет лагать. Только дай я похаваю сначала. Все, я похавал. Ты че меня палкой бьешь? Ты кто такой? Ты кто такой? Я тебя спрашиваю. Я летающий. Нет, конечно, ты чё? Вот, видишь, я тут двойные прыжки нажимаю, у меня все равно админки нету. Это ПВП! Я тебя травинкой убью! У тебя сколько хп осталось? У меня одно! А, хелс, у меня один! В общем, я думаю... Blue win! Я не буду тебя трогать. Ты забрал мой динамит. Нет, ты чё? Давай ты ПВП и взрыв. Я даже так видюху назову. ПВП и взрыв. Так, пишем. Ну я пока гимн пишу. Чтобы расставить. Я, короче, весь мост подзорву, так что в твоих интересах прийти вовремя. Вот, мы взрываем мост. Да, показать, как он делает. Ну да, такой средний. Да, как вы захотите, так и напишите в комментах, чтобы было веселее. Стой, пока ничего не делал, плиз. Подожди, 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 я еще низ моста не подорвал. Да, к сожалению. Да, когда-нибудь, может, я пойму.
вполне возможно, что я пойму. Вот, я огнивочку взял. Чувак, ты что тут делаешь? И бабах! Смотрим все взрыв. Сейчас, конечно, багать будет. И как вы видите, вся карта пошла в одно место. Но у меня и была админка. Да, сейчас я еще этот туннель взорву, где много воды. А у меня есть уже. А, надо написать ОП. ОП. Мы в комментах напишем все команды, которые мы использовали в игре. Вы даете опыт. Да, оп-пэт. Только не надо мне писать, чтобы я деорд. Мы все команды вам пропишем. Да, у Паши просто соседский Wi-Fi. Вот. У него свой есть на своем интернете тратить. Вот, поэтому он соседский тырит. А соседские, когда они же тоже днем сидят, получается то, что у них у всех включается он. Как вы видите, мы взрываем. Ну, блин, из-за тебя я один динамит просрал, на пол упал. А ты вон там тоже, ты там старт взрывай, тут такая огненная карта. Итак, взрыв! Что ж такое-то? А, не, вот, все взорвалось, ребятки, смотрим. Шикарно. Я тебе старт оставлю, окей? Ну, у тебя вот, знаешь, где мы стартуем на лодках? Вот там вот я тебе оставлю место, чтобы ты... А, динамит, он, короче, в этом, не в блоках, а в этих механизмах. Механизм. Скинуть сайт, откуда их можно скачать. Текстурки. Да, для такой игры это нормально. В стенки, они потом все вскрывают вокруг. Это понятное дело. Ну, постараемся, по крайней мере. Воу. Да, если хотите, вы нам напишите в описании, что вы хотите с нами поиграть. Мы с радостью поиграем, поскольку... Да, вот если вы просто напишите нам желательно. Сейчас я пока время утра включу. Да. Фига себе, 2 часа, куда столько? Слышь, почему я не могу использовать команду? Но почему-то я еще в гейм-моде. А, да. После того, как Паша вылетает, от него, ну, точнее, мои способности утрачиваются. Да, если вы просто зашли на игру и там другой админ, то желательно, чтобы вы, ну, чтобы вы сами начали, да, чтобы вы играли на проверенных сайтах, поскольку если вы будете играть не на проверенных сайтах, то это будет не весело, поскольку
вы будете много лагать, потому что вот как мы с Пашей, да, я не могу даже нормально ничего построить, потому что у Паши комп вылетает, точнее ноут, вот, и мы не можем нормально поиграть. Вот, так бы мы с радостью норм вообще поиграли. Ну да, только без звука. Нет такой, слышь. Пусть будет help. У меня нету команд хороших. Да что ж такое-то, ни один динамит нормально не взрывается. Где? Ну да, мы там были. НТ. Да, это просто бомбочки. Ну хотя здесь не такие уж деградаты играют, чтобы не знать, что такое ТНТ. Сразу говорим, что это не в обиду, потому что мы знаем, что, что играют в Майнкрафт только умные, поскольку... Да, потому что тут надо крафтить, надо запоминать команды. А вот, вот такие, как у нас мальчики в классе некоторые, как, ну, не будем называть фамилию Острикова, как у нас любит наш классный руководитель говорить, у нас они тупые, да, умственно отсталые дети. И если их заставить поиграть в эту игру, то я думаю, то, что они умрут на третьей минуте игры с ними. Да, сразу. Да-да-да. Как Антон, помнишь, с компом? Мы презентацию когда делаем, у нас Антон, ну вот этот Осипов, он все время... Да, он все время говорит одну фразу, то, что у него залипли клавиши, или у него сломался компьютер. Да-да, с учетом того, то, что перед этим он отмазывался 4 раза так же. Пользоваться компьютером, да, вот, спокойно. Да. К сожалению, нам с Пашей не довелось находиться в одной группе. Так бы... Да, мы одноклассники. Я думаю, что некоторым... Вот, и самое главное, что хотел сказать, я не понимаю вот этой войны, вот этих вот рэп-баттлов в Майнкрафте, когда вот эти вот Юзи, там, Стив... Вообще, зачем это нужно, это мне не ясно, потому что, вот, знаешь, да, Пашок, когда показывает много таких фигур, Epic Rap Battle, Minecraft, Ночь, Херобрин. Вот, если честно, мне, конечно, это важно, поскольку я тоже играю в Minecraft, но и с другой стороны, мне это все равно. Все равно, кто знает, может, Херобрин сильнее, потому что Херобрин, он бессмертный, а Ночь, он тоже бессмертный. И что, кто выиграет из них, если они оба бессмертные? Никто, получается, то, что вы просто... Делайте видео какие-то ненужные. Много времени тратите. А сделали бы такие видюхи, например, как... Ну, например, как вот эти оба человека, Юзи и Стив. Вот я сам подписан на оба этих канала. На каналы Юзи Смайл и Стива. И я очень счастлив, потому что они вот честно вот веселят своими приколами, которые у них происходят. Потому что это так, видите? Да, респект и уважуха этим людям, которые... помогают нам нормально развиваться и тем более помогают нам с игрой Майнкрафт. Потому что в любой момент мы можем обратиться именно к ним. Ну, я, по крайней мере, Юзел Смайл очень хорошо знаю. В плане того, то, что я с ним даже играл одну карту, только я не помню, какую. Мы не проверяли обзоры. Вот. Ну, я там есть хоть, на какой-то есть. Есть также его друг Гагатун. Не путайте нас, потому что его имя Гагатун, мое Гоготун. Я вам напишу даже в описании, как правильно пишется мое имя. Потому что вы можете спутать меня с этим вторым прекрасным человеком. Конечно, у него странный голос, а так класс. Да, потому что он какой-то очень странный. Вот я сколько его слышал, вот. Обожаю смотреть, как они играют. Потому что это всегда весело и смешно. Потому что они визжат, как не знамо кто там. Такие, давай паниковать, и такое. Вот. Особенно, когда они в Survival играли. Это так ржачно выглядело. Вот. Сейчас я наконец заминирую этот бугор. Я думаю,
У меня вообще, да, у меня тоже, кстати, мы походу одновременно включаем. Но почему ничего толком? У меня целый бугор из динамита. На другие каналы, потому что скоро закончится. Потому что мы все-таки взорвем это все, и вам будет все. Давай, 10, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Оп. Вперед, 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 отходим! Шар войдет на всю карту! Целый бугор разорвался, у меня тут динамитов, ой, в меня даже один попал. Вау! Вау! Зацени, какую я дырку сделал, чувак. Фига там башенку сделал, только она не вся подорвалась. А, не вся. Вот иди сюда, ты пешнись ко мне. Да, вот вы сами прекрасно. Воу! Вот это рельеф у горы классный. Надо его попортить. Я его сломаю. Подожди, пока не тпшься. Сейчас я его сломаю тут. Вот, давай, вот сейчас тпшься прям. Тпшься. Три... А, вот. А какую глубину я сделал? Взрыв? Потому что если целый бугор обмотать динамитом, я думаю, это будет бум. Да, быстрее ты тпшься. Надо же заканчивать как-то. А заканчиваем мы все время с фейсом впереди. И я думаю, то, что мы один создадим Гарлем Шейк вместе с Пашей. Вот, это будет весело. Я, конечно, понимаю, что Гарлем Шейк уже не торт. Да как будто не знаю, чувак, вот... Есть пользователи ВКонтакта, а есть Антон. Вот. Антон Зарегин только в Одноклассниках. Поэтому... Владимировый. Так что вы можете зайти на сайт... Ой, на страничку ВКонтакте этой развратницы. Мы оставим вам ссылочку. Она, конечно, молодец. Все, стой, иди сюда. Видал, какая дырка? Так, и с вами был я, Fathers Brothers и Vest, Павел. Да, и обязательно подписывайтесь на канал, на мой башка. Да, нафиг нам это сдалось, если мы просто так... Да, если которые хотите, мы вышли.